В период рейдовых мероприятий было проверено более 830 подотчетных лиц. Из них более 600 человек состоят под административным надзором. Кроме того, сотрудники полиции посетили 149 человек, которые имеют непогашенную судимость. Профилактическое мероприятие проводится с целью предупреждения повторных преступлений и правонарушений со стороны ранее судимых. Всего на профилактическом учете органов внутренних дел состоят 1557 лиц, имеющих непогашенную судимость, а также 909 поднадзорных лиц. Также в ходе проверок проведены беседы с лицами, ранее судимыми лицами, по призыву заключения военного контракта для участия в специальной военной операции на территории Украины. Совместно с органами социальной службы занятости будут проводиться мероприятия по трудоустройству и занятости ранее судимых лиц. Проверка поднадзорных лиц, которые имеют несовершеннолетних детей и проживающих с несовершеннолетними лицами на одной жилплощади, в селе выявления жестокого обращения, а также насильственных преступлений. В ходе рейда проводят профилактические беседы, проверяют условия проживания, а также знакомят с правилами постановки на учет в Центре занятости населения. Кроме того, рассказывают о различных проектах с предоставлением государственной поддержки, а также возможностях получения специальности на бесплатных курсах. На учете я состою с 2020 года. Сейчас я обучаюсь в сельхозтехникуме на третьем курсе. В этом году уже получу диплом. Также я официально трудоустроен. Работаю больше 3 лет. Закон я не нарушаю, встал на правильный путь и стараюсь сделать все для лучшей жизни. В проведении оперативно-профилактического мероприятия было задействовано более 430 сотрудников полиции и свыше 20 сотрудников УФСИН. К административной ответственности за несоблюдение административных ограничений было привлечено 23 человека. Также за время проведения профилактического мероприятия разысканы 2 человека, которые уклонялись от административного надзора. Даржусат Айрасад Азамат Очур, телеканал Тува-24.